Всем доброе утро. Сегодня 20 октября, четверг, 2022 год, ЛНР, город Брянка. На градуснике 10 градусов тепла, так нормальненько, но моросит мелкий дождичек, совсем мелкий. Хорошо так, деревья красивые. Обстановка прежняя, напряженная. Сегодня ночью опять что-то бахало. Ну, ждем. Слов нет. Ждем, конечно, когда наступит долгожданный мир. Небо ясное. И дождемся, конечно, друзья. Пусть не скоро, а может быть и скоро. Это нам неизвестно. Но я по-прежнему всем желаю мирного неба, крепкого-крепкого здоровья, семейного тепла и всего-всего хорошего, друзья. Все у нас будет хорошо. Всем мира и добра.